Всем привет, с вами Иннокентий. Сегодня я расскажу вам о такой программе, как ReShade. Эта программа сделана для того, чтобы в реальном времени изменять ReShade в игре, в которой вы играете. В основном эта программа рассчитана для тех, кому наскучала стандартная графика в играх, и он хочет ее немного приукрасить. Однако нужно помнить, что если вы играете в мощные игры, эта штучка может не слабо нагрузить вашу видеокарту и процессор, в зависимости от того, какие настройки в ней включены. В играх поддерживаются не все виды шейдеров, поэтому некоторые эффекты могут просто-напросто не работать. И надо помнить, что это все-таки стороннее приложение, и из-за него в онлайн-играх у вас могут появиться проблемы. К примеру, вам могут выписать бан, а то и того хуже, игра может просто-напросто не запуститься. К примеру, PUBG. В этой игре запрещены все виды конфигов, и решейдовые, и которые прописываются через конфиг. В основном, большинство игр поддерживают ReShade и стараются не конфликтовать с ней. Для полного ознакомления со списком разрешенных игр, вы можете ознакомиться на официальном сайте, ссылка ниже. А также, найти именно для вашей игры уже готовые пресеты, с готовыми конфигурациями и настройками. Итак, начнем с установки. Заходим на официальный сайт, reshade.me, и видим кнопку «Загрузки». Нажимаем ее и скачиваем. После загрузки нажимаем «Открыть». Затем «Выбрать игру». Заходим в корневую папку с игрой и ищем файл, который отвечает за запуск игры напрямую. Выбираем его. Затем выбираем, какой Direct будет использоваться в игре. Обычно программа сама определяет и ставит, какой нужен, но нажать необходимо, чтобы подтвердить. После этого подтверждаем, что мы хотим продолжить установку и хотим скачать эффекты. После загрузки эффектов можете выбрать, какие вам будут ненужные эффекты. Если вы не уверены, какой эффект за что отвечает, сначала опробуйте все, а уже потом их можно будет удалить отдельно, в корневой папке с игрой, и оставить необходимые. Далее вы можете зайти в настройки ReShade, либо сразу запустить игру. Там эти настройки тоже есть. После запуска игры у вас вверху появится оверлей с загрузкой всех эффектов. Нажимаем Shift F2, и вы уже в меню ReShade. Вам необходимо пройти туториал. В первой же строчке создаем файл вашего конфига. Можете назвать его как угодно. Там у вас будут сохранены все настройки ваших эффектов, и уже можете пробовать настроить свои эффекты в игре под ваш вкус. Многие считают, что эти эффекты мешают, но на самом деле это зависит от человека и от того, как он видит. Может, кому-то нравятся темные тона, кому-то светлые и разноцветные. Лично я играю с бликами, повышенной яркостью и контрастностью, а также с более высокой насыщенностью. А то некоторые игры выглядят ну прям совсем монотонно. В общем-то, вот и все прелести ReShade. Также вы можете скачать два моих пресета, один для снятия видео, другой для игры на ультрах. Ссылка опять же в описании. Если кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Спасибо за просмотр и пока!